ощущение физической готовности Виталия Кличко, который в свои 40 лет так превосходно дышит. Он даже не вынимает капу изо рта во время перерыва и умудряется спокойно переговариваться с тренером. Вот тяжелый удар справа по туловищу, который очень не кстати сейчас для Адамика. А вообще, конечно, высшей милостью со стороны Виталия Кличко, мне кажется, был бы один хороший точный удар, который позволил бы закончить этот поединок и прекратить мучения польского боксера. Вот видите, коротко так левым апперкотом в голову, очень быстро ориентируется в ситуации Виталий Кличко. Вы понимаете, тут дело даже не в физической скорости, а в скорости мысли, в скорости реакции и быстроте принятия правильных решений. Мысль Виталия Кличко работает гораздо быстрее, чем у всех его соперников. Вот, посмотрите, это уже одностороннее избиение, и я сейчас заметил такой обреченный взгляд Томаша Адамика, который смотрел несколько в сторону. Видите, слышен свист, и, по-моему, было бы правильно со стороны рефери остановить уже этот бой. Ничего не способен предпринять Адамик. Ну, да, к этому все шло, и здесь не может быть никаких возражений. Я думаю, что даже Адамик при всей его силе воли уже давно ждал такого исхода. Конечно, это было, наверное, самое тяжелое его испытание в жизни. По крайней мере, в боксерской карьере. Но мы помним, что в бою против Шеннона Брикса примерно так же все происходило. Тем не менее, Шеннон Брикс дошел до финального гонга. Однако его пришлось госпитализировать с переломами глазниц, надбровных дуг. Вообще-то, конечно...